Сегодня у нас на повестке дня будет тест-драйв золота, декоративная, так сказать, лазурь, полупрозрачная. И мы ее уже на готовую, декоративная керамика. Ну, я сейчас положу с такими трещинками, с крикелёрчиком. Здесь я еще попробовал, добавил немножко материала, который по ржавчине. Наверное, если он там стоит. Как она будет себя вести? Только надо будет тогда подзирать старые этикеты. Да не надо, не надо. Чего? Они не мешают мне. Они как? Мне будут мешать. Оно будет опять, мы его потом в конце помоем опять и все. Ну, стираю его вообще. Шикарно. Видим перелив. Мы такую сделали керамику, декоративную. Ребята, не включайте, стойте с нами, дай бог. Одно с водой стоит.